Молодец, ага. Все отлично. Ждем. Теперь салфеточку сухую берем. Сухая или влажная? Не чистая. Влажная она? Нет. Сухая? Да, сухая. Давайте. Ну ладно. Вот наши волоски. Что тут у нас? Где мы удаляли? Не сюда. Давай, потрогай, скоро потрогай. Да, подсохло. Все, ну, спокойненько протираем просто и все. Ну все, не сильно видно, да, что поднимается волос. Тут мы уже убрали чуть-чуть. Тут чистенько. Сюда вот так, ага. Следом что у нас? Тальк. Следом мы берем пасту. Тальк мы обрабатываем. Присыпаем тальк. Достаточно, но чтобы не сильно много, не сильно мало. Можно еще. Еще можно. Тальк сужает поры. Он делает хорошее сцепление сахара с волосом. Он защищает кожу от перегрева и от травматизации. Молодец. Теперь, что тут у нас Диана делает? Выковыривает пасту. Да, много сильно не надо. Это мягкое? Да. Сильно много мягко не надо. Вы вот так вдруг не сможете работать с ней. Стяни половину. Потому что, может быть, мы средний добавим сейчас. Вдруг сильно будет тяжело работать. А я вам сейчас дам вот эту пасту тогда. Она должна быть такой. На ногах работает. Смотри, у него как хорошо. Зато на ногах быстрее и менее болезненно. Мягкой пастой. Менее болезненно, чем плотной пастой. Алья, ты еще пока не знаешь? Что? Какой болезненной пастой? Первый раз? Тебе пофиг, да? Главное, ногу не оторвать. Так растут, да? Сейчас покажу. Вот такая усилия. Сейчас, секунду. Они немножечко наискосок у нее растут. Как у всех людей. Так, мальчики, девочки, если у нас сильно залипает, значит, не забываем перетальковывать место, куда мы будем протягивать пасту. Чтобы нога не перегревалась и не травмировалась. Не было там микротравмы и не болезненно было. Сейчас со светом добавлю. Очень темно. Торопишься. А зачем так быстро это делаешь? Медленно. Быстро. Медленно. Протягивать надо медленно, срывать резко. Вот, резче. Наклон, давай, еще резче. Наклон не могу. Поймать. Не надо вот так. Вот так надо. Девочки, как сразу научитесь правильно, потом неправильно уже не сможете. Сейчас все получится. Сейчас вы найдете свой наклон. Все свое найдете. Сейчас. Вот видите? Перпендикулярно волосам, она у меня не идет. Перпендикулярно поверхности кожи. Идет, только чуть выше надо поднимать. Вот не идет. Не по коже, не по волосам вот так вести надо, а вверх чуть-чуть. Споймала, потом потеряла. Споймала, спаймала. Я уже ее... Ты вот когда споймала, смотри, стой. Оттягивай дальше. Смотри, краснота уже на ноге, видишь? Не могу. Оттягивай дальше. Сделай разбег. Потому что там уже... Все. Стоп. Дай пасте остыть немножко. Ты ее сейчас размесила вот так. И ты торопишься. Ты быстро вот так делаешь. Наносим медленно и плавно. Он мягко работает тоже пастой. Аж рука трясется. Нормально. У него все резко. Главное, резкость должна. Молодец. О, красавчик. Молодец. Вот она нужна. Мужская сила, оказывается. Женщинам нужна. Натяжение. Давай. Давайте так по очереди, чтобы друг другу в лоб не закинуть эту пасту. Резко.
Резче прям. Диана, резче. Вот, молодец. Самое главное, резкость нужна. И не надо размазывать пасту по ноге. Должна быть толщина. Валик должен быть. Не торопись. Ты ее перемешивай. Стоп, стоп, стоп. Нельзя пасту перемешивать так часто. Она не будет работать. Не торопись. Толщина должна быть. Вот этот палец не задействуем. Только вот так два пальца. Ой, молодец, как он так играючи просто берет и так вот. Видать, натренировался дома. Не торопись, Диана, ты торопишься. Да не могу. Смотри, ты как делаешь, ты так раз. Ты дерни ее сильнее. Отрывай руку. На меня отрывай руку. На. Да не могу я. Не моя эта паста. Она мягкая. Она должна быть. А потому что ты резко с ней делаешь. Нет, ну куда еще резче? А давай сейчас попробуем. Ну, куда еще резче? А ты вот вообще не делаешь. Даже ни капли не делаешь. Ух, ты делаешь... А не надо ложить пальцы, надо перпендикулярно их вести. Не получается? Или я просто резче. Боюсь? Резче. Не надо с самого начала забирать пасту. С конца надо, нет. Неправильно. Смотри. Молодец. Все хорошо получается. Ну, все косяки мои. Вверх не надо, только в сторону, параллельно поверхности кожи. А может быть коленку надо согнуть? Да, что-то как будто. Вот так. Да? Вот так. Что-то как будто больновато. Молодец. Молодец, все хорошо. Нервничаешь? Ну, ну понятно. Мужчина не видно по тебе, что ты. Это вот я нервничаю. Ну, мужчина, я про себя нервничаю. Он про себя втихаря нервничает. Почему показывает страх? Да. Ну, еще куда, в какую сторону? Сейчас задам. Ну, пусть Ляс уже доделает тогда. Тогда надо еще будет нам на ноге потренироваться. Может быть, завтра еще позовем девушку, чтобы она пораньше пришла. И это... Это тоже с утра клиент. Вот с таким кусочком могу. Можешь, да? Ну, давай с маленьким кусочком. Вот ты, давай. Вот с таким-то кусочком. Так мы с таким работать будем. Ты знаешь, сколько ты будешь делать это? На китайской Пасхе. Волосы сюда растут, да, по-моему? А ты смотри, куда они растут. Они должны сюда не вверх расти, даже немножечко. Ну смотри как, накладывай сразу. Тальк не забывай. Притальковать. Ребятки, когда сделали все, не забывайте притальковывать. Прикрывать кожу надо, нельзя ее открыто оставлять. Что, они туда растут, вниз, они, по-моему, должны вверх расти. Да. Угу. Все, короче. Опять залипла? Ляс. Задела. Что там? Вот. Убирай. Забери последний мой кусочек. Убирай, что ты не убираешь? Ты, Илья, сейчас все обработает так. Сделаем всю процедуру сам. Небольшой. Ну, поделились по-дружески. Давайте. Диана, ты муж не ревнивый? Он не знает. Не знаю. Что здесь парень. А, блин, а я тебе же хотела прислать, чтобы ты похихикала тоже. Вы мне пришли. Ладно, ладно. Я же детей бросать неудобно было. Я думал найти мастера в городе. Угу. Мне вот средний получается. У себя там? Я посмотрел, я просто сам не захотел. Молодые, чего не могут научить? Угу. А я просто как, чего они знают, так они меня и затупят просто-напросто. Вот так вот. Вы знали, да, что мне тут... подходит мягкая паста? Сейчас я тебе дам поплотнее. На ком тренироваться можно. Ну, тем более. Угу, хорошо. Получается? Удобно? Не знаю. Не знаю.
Такой скромный, прям сама скромность. Тут надо, да? Где увидишь, там и делай. Просто отрабатывай эту технику. Отрывай пасту, просто делай просто пилинг пасты. Многие приходят, женщины, ко мне делать на лице. Не столько шугаринг, сколько пилинг. Лицо красное такое, кровообращение играет. Потом такое, ну, нежное, до такой степени мягкое. Угу, хорошо. Поэтому здесь тоже... Массажницы делаете? Да, с удовольствием прям. У меня сейчас будет... Сколько длится массажка? Омоложение. А, нет, так. Нет, нет, нет. Тальк не забываем. Во-первых, не тальк, сначала лосьоном можно. Гелем тоже. Гель. Вот так? Угу. Капельку. Не-не-не, аккуратненько, пониже капельку. Раз. Салфеткой побольше. Жимали, да? Рукой. Вот рукой? Да-да-да, рукой. Там в перчатке, которая. Угу. Сюда и сюда капни. И размазывай, да? Да, и вот так размажешь. Он хорошо распределяется. Угу. Если мало, можно добавить чуть-чуть. Массажными движениями. Я думаю, клиентке должно быть приятно. Тоже так же выравнивает кожу, увлажняет, успокаивает кожу. Отлично. Вот тебе и массаж дополнительный. А я потом... Да, теперь, если... Ну, сначала убери то, что здесь есть. Ну, пытайся. А что там, он туда растет, волосок? Вот в эту сторону растет. Куда растет? Вниз? В бок. Так, вот так делать не надо. Вот ты вот так должна встать. Вот так должна встать. Угу. Вот так поставить руку, вот так. И дернуть его сюда. Не сюда, и не сикость на накость. А вот так вот, правильно. Вот так? Да, на себя накладывай. Ну, в смысле, вот. Только надо держать его не так. Ага. Вот сразу правильно делай это все. Вот так. Вот так руками держи. Вот, а да. Наискосок. Сюда показываю. Научись просто срывать пасту. А волосок уже потом. Как его держать, как правильно. А волосок уже просто нужно будет медленнее по 3 раза проводить. Сильно не дави шпателем, это больно. Я не сильно давлю, Яна. Я сильно давлю. Давишь? Давить, да?